Доброе утро, дорогие телезрители. С вами сегодня я, Берик Исмаилов. Пора отпусков. И многие женщины, конечно, со своим любимым человеком едут отдыхать на Лазурный берег, в теплые страны, в Турцию, скажем, в Бодрум. И проблема последние дни в поисках какого-то, ну, скажем, сарафана, какого-то тоненького, допустим, каких-нибудь, ну, вещей, ну, конечно, это называют порыва. И поэтому, когда люди идут на пляж и не знают, но порыва, конечно, из дорогих натуральных тканей, это очень дорого стоит. И поэтому, купив буквально 70-80 сантиметров, либо метр на метр, вы можете по своему вкусу создать конкретные порывы. Ну, вообще, что такое порыва? Это лоскуты ткани, где-то метр на метр или полтора на полтора. Но, конечно, эти ткани должны быть более яркими, светлыми, красочными, потому что летний сезон, это наверняка солнце, и делать лучше их из натуральных тканей. И получается обычное полотно ткани, которое заворачивается вокруг тела очень искусно, и при этом, одев на нижний, ну, купальник, вы можете с гостиницы уже пешочком в сланцах пойти на берег моря. Но у этих тканей, конечно, срезы, как всегда, они не обработаны. И с такими необработанными срезами, конечно, вряд ли куда можно будет пойти. И обязательно их надо обработать. Швейная машинка, наверное, есть у каждой хозяйки. И теперь моя помощница сейчас покажет вам, как правильно обработать срезы этих тканей. Конечно, мы загибаем буквально на сантиметр и по краю шьем таким образом на 0,1. Все. После того, как отстрочили, мы буквально вот эти вот вещи тоненько-тоненько в 0,1 начинаем вырезать прямо под корень. После того, как срезали, швы рассыпаются. И ваша задача еще раз вот эту подгибку отогнуть таким вот образом и сделать еще дополнительную отстрочку опять-таки на 0,1. Зоя, покажи, пожалуйста, как это делать. И вот теперь посмотрите, работа закончена и как будет выглядеть наш срез у порыва. Посмотрите внимательно лицевую сторону. И вот, пожалуйста, очень аккуратненький шов. Это изнанка, это лицевая сторона. Ткань не будет рассыпаться, и поэтому такую порыву, я думаю, приглянется каждой женщине. Ну, милые дамы, на этом я с вами прощаюсь. Хорошего отдыха вам в летний сезон бархатный.